Детский сад в деревне Брёхово теперь окружен зеленью. Именно здесь участники ежегодной экологической акции высадили целый лес. Могучие дубы, утонченные липы и клены будут радовать не только горожан, но и малышей, которые каждый день приходят сюда заниматься и готовиться к школе. Мои детки ходят двое в садик. Один уже заканчивает этот год, а вторая только поступила. Мы очень рады такому мероприятию сегодня. Что так много деревьев, так много красоты будет у нас в садике. Локацию для высадки саженцев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» выбрали не случайно. Детский сад – место притяжения малышей и родителей. Более того, учреждение окружено жилыми домами. Окна выходят как раз во двор, на теперь уже пейзажную новую аллею. Мы выбрали эту локацию, чтобы и детям было комфортно находиться в детском саду, меньше было ветра. И меньше солнца, когда дети находятся на прогулке. Полезной инициативе присоединились десятки неравнодушных горожан. В первом ряду родители, семьи с детьми. Для них это не просто совместный труд, а добрая традиция провести время вместе за полезным делом. Сегодня столько много родителей пришло, у всех замечательное настроение. Такие акции помогают сплотиться всем в одно общее, один большой коллектив. Более 70 кустарников и столько же деревьев высадили жители на площадке. За общим трудом время проходит незаметно и усталость не чувствуется. Но для бодрости духа и заряда энергии для всех участников акции организовали полевую кухню. У нас сегодня пришло очень много жителей Брёхова, чтобы высадить свои саженцы. Также пришли со своими саженцами, со своим инструментом. На площадке царит отличное настроение, все заряжены и с удовольствием вместе со своими детьми высаживают деревья. Согласно древней мудрости, посадить дерево – одна из главных вещей в жизни каждого человека. С этой задачей участники акции уже справились не только в Брёхове, но и во всех микрорайонах Химок. Теперь городской округ зазеленеет на 700 деревьев больше. Елена Тараненко, Екатерина Дроздова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.